Всем здорово, пацаны, с вами Айн. Продолжаем играть на... Ё-моё. На серию смотрю на тон номер 3. Swag, bitch. Не удивляйтесь, что я сейчас еду на М4, еду на БУ. Как вы понимаете. М4 сегодня мы тюнить не будем. Я его хотел купить, да, для сегодняшней серии. Извиняюсь, конечно, во-первых, за то, что долго не было серии, потому что я был занят. А во-вторых, из-за того, что у меня поломался, короче, микрофон. Ну как, не микрофон сам, а подставка микрофона. И теперь получается то, что он тупо у меня лежит возле, на коврике, короче, от мышки. Ну сейчас вы видите скрин, как подставка ломалась. Короче, как вы поняли, я сегодня хочу купить мечту свою в реальной жизни. Это BMW i39, когда я получу права и, надеюсь, ее куплю. Но это не точно. 100%? Ну да ладно. Но все равно я хочу ее купить. Так, где-то я видел, здесь i39 стоял. Если вы не знали, на первой серии... На первом сервере я уже делал такую i39. Ну почти. Вот сейчас вы видите видео, можете зайти посмотреть. Я ее купил, короче, сделал своим дружбаном. Так, E39, вот, нормуль. 935 тысяч, покупаем. И достаточно средств не хватает. А, я 100 тысяч снял, блин, я дойдет, думаю, я снял. Один лимон, сорян. Короче, сейчас поедем, наверное, украинские номера на нее поставим. Я же, типа, в Украине живу, да ладно. Не знал снять денежку. Так вот, на первом сервере у меня была такая тачка, я ее захотел на третьем сервере. А почему мы сегодня не будем тюнить E39, то это из-за того, что это четвертый этаж. Из-за того, что М4, да, я взял ее за пятерочку на БУшке. Сегодня с утра заехал в тюнинг. На диске, считайте, мне надо 400 тысяч. Потом, вот, все. E39, который я могу себе позволить. Взял ее, короче, на БУ за 500, да? Заехал, посмотрел, чтобы затюнить ее, надо 5 лимонов. Вы понимаете, просто 5... никаких 5 лимонов, что я говорю. 2,5 лимона это только на тюнинг. Еще, считайте, на мерка лимон это 3,5. Еще диски это 4, и что там еще? А, и винил где-то пятерочку. Ну, это пятерочку на данного М4, того я не знаю. Если данная серия наберет 20 лайков, то я его все-таки затюню. Мне пофиг, придется работать, но я ее затюню. Так что, будет 20 лайковщиков, я поеду тюнить М4. Так я ее пока выставил на продажу. Так, я снял лимон. Сейчас поедем, поставим на него чип с первого серии, такой, как у меня уже был. E39 здесь, M5, в пакете M5, ну, понятное дело. Рестайл такой. Вот бесит, когда бензин сливают и это, чиповку сливают тоже, ну, обнуляют. Ладно, заезжаем, поставим. Наверное, поставим что-то типа драк. Вот. E39 драк. Хотя у меня на первом сервере была E39 дрифтовая, типа... Я поставил на нее дрифт-чип, типа, как я буду в реальной жизни на нее, на ней наваливать. Ну, такое. Если что, я хочу где-то 520, 525 или 530, где-то в этих... Я не знаю, если честно. Ну, на 530 я смотрел, 520 и 530, там расход вообще, там... Разница там буквально на пол-литра, а лошадей в 530, если не ошибаюсь, что-то 230. Что такое? А в 520 170. Ну, если я не ошибаюсь, уже давно смотрел. Так, куда я хочу заехать? А, давайте сначала поедем и выберем цвет. Потому что я не хочу себе черную BMW. Я хочу, ну, конечно, по возможности темно-синюю. Потому что мой любимый цвет синий. Так, синий-синий-иний. Так, вот. Не такую. Голубую прямо. А где-то такую, чтобы еле-еле как отдавалось синим, только это не этот цвет. И где-то это, да. Это уже фиолетовое. Ну где-то вот. Это может этот цвет.
Что? Тут, мне кажется, немножко темно. Вот это, наверное. Вот. Вот этот нормальный цвет. Так. Это цвет кузова. Заказываем. 50 тысяч, просто капец. Надеюсь, я угадал со цветом. Ладно, выезжаем. Можно сказать, да, угадал почти. Нормальный, короче, цвет, темно-синий. Главное, чтобы темно-синий оттенок не очень такой уж важен. Я сейчас смотрел красные BMW. Ну, выпускалась там в ограниченной серии. Красные BMW прям вообще топовые. Диски. Давайте поставим диски на нее, потому что стоковые диски я не хочу. Наездился уже на первом сервере со стоковыми дисками. Конечно, вот сюда. Нет, хаманы. Хаманы, кстати, нормально, но не хочу. Я хочу. У меня на первом сервере стоял на ней, вернее, было одно, восемь, белый. Вот мне восемь нравится. Не знаю, какого, но не эти. Вот эти за 390. Или сейчас поставим. Это не очень. Не очень, это Audi, конечно же. Так, эти нет, это нет, эти. Ну, блин, они красные, почему они красные? Сложно. Короче, берем восемь и все. Сзади, подрыва рука, сзади колес, радиус. Это так. Ширина. Так, нормально. Выглядит. Любимый стрелу, немножко развал. Немножечко развал добавим. Задних напиление, вот. Все, теперь можно, можно сказать, строй перебирок, а сзади можно немножечко. Задних напиление, вот. Все, теперь топ. 390 тысяч. Дзинь. Все. Так, теперь заезжаем. Да, нормально. И красим их в белый. Так. Или в черный. Не черный, вот, нет, белый. Или такие сероватые. Не, белые лучше. 25 тысяч. Раньше по 10 тысяч, сейчас 25 и сотка ушла. Так. Ну скажи, где смотрится вообще? Белые Восены, темно-синяя Беха. Прокурор что-то ездит здесь. Свои копейки. Кстати, следующая серия про копейка будет. Теперь... Поедем, заправимся, да, все-таки, потому что у меня 3 литра. Зальем, наверное, 98-й. Потому что надо нормально топливо лить, а не 80-е. Так, сливаем 65 рублей. Шок. 98-й и зальем. 70 литров бак, нормально. Так, 8400 заливаем. Сейчас помоем ее еще. Так. Вот стандарт, все помыли. Не можно даже, если честно, цвет я немножко наугадал, надо его немножко темнее сделать. На первом сервере прям цвет вообще вах был этот. Ладно, я потом изменю. А может, не изменю. Да ладно, короче, наверное, не изменю, потому что немножечко темнее надо. Не угадал немножко. Ну ладно. Так. Придется мне работать. Я раньше тупо на процентах сидел, там, с продажи бизнеса, т.д. и т.п. Почти не работал. Мне так лень стало работать. А сейчас придется работать. Так, заезжаем. Сейчас вот это номерки самые сложные, потому что вот это я уже мерил, да, от этим. Вах. Вот просто прикол в чем. У меня регион АВ, да, получается. Надо поставить какие-нибудь циферки. Ну, блатные, понятные. А если это пятерка, то пятерка. А 3 семерки можно влепить. Если я влеплю АА, да, они запросят у меня 1.5 лимона. Но они будут прикольные. Если АВ, 500 тысяч, да. Если я влеплю в В вах, типа будет вах 777. Будет прикольно, да. А если вот семерочку так. Так будет она же пятерочку. Вот я не знаю, что влепить. Наверное, вах люблю. Потому что АВ это не очень. Поставить АВ вах за 500 тысяч. Все. Дзень. Все. Все, пацаны, вах. Го отмен. Хуй тебе. Конечно, это сразу, когда сделаешь тачку, все. Го обмен, го обмен. Так, что можно на нее еще поставить, а? Может, винил какой-нибудь? Я видел в Одессе, есть E39, была темно-синяя такая, 540-я, 530-я, не помню. Влепили туда турбину, и она на виниле такая, бело-черная, темно-синяя такая. Если найду, я ставлю вам скрин, она прям такая сочная. Ну ладно. Скайник. Напишите в комментариях, как вам вообще данные BMW, нравится, нет. Мне лично очень нравится.
Да, блин, я тупой. Так, и вот. Напишите, нравится вам вообще BMW или Mercedes, или что вам там нравится. Нравится ли данная BMW, какую я построил? Вот такое. Так, вот заскринился. Вот. Не, так, смотрите, цвета нормально. Мне прям нравится. Я буду ездить. Если бы еще на нее тюнинг добавили. Так, туда, вот. Вот. Так, нормуль. А вы напишите, кстати, в комментариях, какую серию номеров создать. На первом серии у меня была серия ООА. А вот на третьем серии я вообще без понятия. Половина серий, которых я хотел, вообще бы заняты. А половина вообще такая себе. А я опять не хочу. Ну да ладно. Короче, купили BMW. Вот. Потратили на него, я не помню сколько денег. 300 тысяч. Плюс 500-800. Лям. Лям 800. Ну, где-то 2 лимона. Сейчас вы, не знаю, будет дзынь. Вы сейчас услышите, ну, видите, вернее, сколько я на нее потратил. Ладно, на этом все. Лепите лайкосик, пишите комментарии, пишите. Если хотите, чтобы я все-таки затюнил данную вот эту М4, хотя я очень ее хочу затюнить, но она так дурово мне выйдет. Прям она сочная. Напишите это в комментарии. Ну, 20 лайков, я сразу буду писать серию и тюнить. А на этом все. С вами был Эван. Всем, пацаны, удачи и всем пока.